Осенью этого года 35-летняя мазырянка практически одновременно узнала две новости. Хорошая заключалась в том, что она вскоре станет матерью, а плохая – есть вероятность того, что женщина и ее будущий ребенок могут быть заражены ВИЧ-инфекцией, носитель которой – супруг. 27-летний мужчина о своем диагнозе узнал, когда отбывал наказание в местах не столь отдаленных. Там его предупредили письменно за подписью. В будущем обязательно информировать партнеров и принимать меры предосторожности. Однако мазырянин это проигнорировал, освободившись, познакомившись с женщиной. После они поженились, и супруга забеременела. На данный момент молодожен – фигурант уголовного дела. С начала года на Мозырщине это четвертый подобный факт, который выявили правоохранители. В октябре следователи возбудили уголовные дела в отношении сразу двух человек – носителей ВИЧ, которые поставили своих половых партнеров в заведомо опасное положение. Проще говоря, не предупредили о болезни и о риске заражения. Районным отделом Следственного комитета в октябре этого года возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 157 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Это заведомое поставление в опасность заражения ВИЧ-инфекцией. Значит, в обоих случаях жители города Мозыря и Мозырского района вступали в половые контакты с партнерами без использования средств предохранения. Значит, за данное преступление предусмотрена уголовная ответственность на срок до 2 лет лишения свободы. В случае же, если второе лицо заражается ВИЧ-инфекцией, ответственность возрастает до 7 лет лишения свободы.